Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее! Они все за нами! Быстрее, 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 быстрее! Ой, я не ожидал, что они такие жесткие! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Фуфлик, Арара, FM Zoom. И Акрилька. И Тучка, Охотник, Форум, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем здорово! Всем здравствуйте! Всем привет! Огромнейший привет! Ну что, ребята, как я обещал, мы скачали просто гигантский лабиринт, оценить его размеры, и будем убегать от злых SCP-монстров 0.96. Если пяти кушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Пацаны, убегайте! Кто не успел, тот опоздал. Ой, граната об ногу ударилась. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее! Они все за нами! Быстрее, 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 быстрее! Ой, я не ожидал, что они такие жесткие! Так, ну что, еще никто не умер, это очень хороший знак, поэтому, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снять что-то очень классное, веселое, которое поднимает людям настроение. И что? И ничего, и тупик, да? И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Блин, я специально подался, на самом деле. Мам, знаешь, заходить можно? Конечно, по всей карте можно. Хорошо, давайте эту часть загрим. И вот этих. Так, отлично, отлично. Ой-ой-ой. Ой, побежали, побежали, мужики. Кстати, они не такие уж и быстрые. Так, давайте будем пытаться зайти в этот гигантский лабиринт. Карта очень классная. Ну, оптимизация оставляет желать лучшего. Почему-то оптимизация не очень крутая. Но записывать крутые ролики она позволяет. Мальчик, так. Я по бортикам бегал. Ага, а бортиком, да. А я бегу по камень, что? О, гони за мной бегут. Так, раз, два, три. По камень есть три штуки за мной бегут. И это очень близко. Ого, он даже немножко пытается меня догнать. Так, ну что, сейчас тут будет вход. И я пытаюсь забежать. Там что, с одной стороны только вход в этот лабиринт? Да. Ё-моё, тут мне придется, ребята, оббегать весь лабиринт. Ну ничего, потренируем их. Ноги крепкие. Так, что-то один отстал. А вы помните Left 4 Dead? А нет. Я Left 4 Dead специально, ребята, удалил, чтобы вы мне не скидывали. Да-да. Мой любимый. Догнал. Что, не надо было удалять его? Тогда не пинать надо. Будем. Тогда... Хорошо, я добавлю его после записи, обязательно. Это мое любимое оружие для Димы. Так, я загрил еще. Ого, он до сих пор бежит с того раза за мной. И этого загрим. А! Так, давайте сейчас попытаемся добежать до вышки. Так, 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 так. Это невозможно? Там нету входа, возможно. Что ли, для нее, или что? Что а, невозможно? Да, там нету входа, там нету входа. А как так-то? Это специально так сделано? Или это для вышки, которая посередине? Ну да, получается вот этот замок, который посередине, это неправильно выразился. Да, можно. Ага, отлично, так, убегаем. Ой-ой-ой-ой, отстал. Представляете, смог оторваться от них. Не сильно, но оторвался. Это SCP за картой. А, видели? Тупик! Прощай! Пока. А, не, отлично, я живой. Нет, живой. О, я знаю, надо взять оружие, лазерный меч и попытаться вот таким вот образом дофигачить так туда. Вызывали. Так, 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 подожди, где этот меч? Я должен успеть. Отлично! Отлично! Фух! Видите, я отсюда выпрыгнул, он бы меня уже убил бы. Отличненько! Паркурим! Так. Ой, а что-то лагает у меня эта карта. Давайте поудаляем их немножко. О, смотрите, этот более или менее стало. Еще чуть-чуть один. Так. О, я знаю, можно еще поставить дедов, которые сквозь стены проходят. Давай, давай. Надо. Давайте, а что? Они будут утягивать нас, будут под землю. Так, ребят, сейчас я поднимусь наверх самый. О, было выключено ИИ, и они все равно бегали. Офигеть, да как такое может быть? Ребята, ставлю. Проверим. Все, полезли, полезли морды. Ну что, давайте посмотрим, кого они утянут первого. Наблюдаем. Тебя не. Не, меня не должны. Идемте к Диме. Я вот сзади вас. А, так я не туда. Ой. Упал чувак вниз. Ой, он меня знает. Во, смотрите, схватил! Схватил, значит, надо. Ребята, спрыгивайте, не бойтесь, они вас не будут. Ах ты жопа! Так, ты меня? Не.
На, на, и ты, всех вниз, всех, и ты, все. Ой, я все помню из тех роликов. Стой, я помню того из тех роликов, стоять. Где ты? Нет, ты где-то есть. Все. А где он? Где это? Ах ты морда. Я знаю, он вниз побежал. Давайте его из... О, дед был, видели? Ноги деда здесь были. Он внизу сейчас уже. Да? Может, он за мной бегает, этот дед вонючий? Ребята, он меня... Да, он за тобой. За мной? Ого, их тут-то! А! А давайте постоим, проверим. Насчеты появились? Только начнет появляться, сразу убегу. Все, меня ухватили. Нету. О, давайте мы сделаем шаг. Подождите, ребята. Я сейчас очищу карту полностью и поставлю чисто дедов. Давай. Убили. О, сейчас, ребята, будут чисто деды. Им пенсию не выдали. На каждого игрока по три штуки будет. По два. Во, по два штуки на каждого. Ого, он уже! Он уже меня пытается убить. Не пускай. Во-во-во, смотрите, вылазит. Ой, какашка. Чё это странно, они как-то себя ведут. Опа, идет, идет. А! Сзади меня уже был, смотрите. Хотел меня убить. Кстати, у меня 4 жизни осталось. Где Димас вообще? Я вот тут возле замка бегаю, я иду в лабиринт. А! Все, пацаны, схватил! А я могу выбраться? Я не могу выбраться. Ты тварь! Ой, я сел, меня не может убить. Ай, ну что ты сделал? Я же свой наполовину. Я буду их истреблять. Ого, тут все, пятен на полу от них. Так, побежали. Прощай. Так, следующая волна, я поставлю статуй. А, все, схватил. Представляете? На панику я от Димаса сбежал, меня больше не найдет. На ходу я хватает схватил. За ноги. Представляете, какой мощный? Он меня схватил. Ну все, бань этого. Бань 106-го. Меня схватило, я его убил. А это возможно? Не, давайте без убийств их. Ну, с R2 шарами. Так, 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 я буду пытаться бежать постоянно, не без остановки. Проверим, схватит он меня за ноги или нет. Дима. Да. Бань охотника за хатками. За хатками? А ты вообще-то, я тоже буду. Так, я так понимаю, что лабиринт вообще не какой-то непонятный, нифига, как бегать в нем. Вы до замка добегаете по этому лабиринту или нет? Нет. Я так понимаю, что лабиринт такой, как декоративный. Ой, ну, стоите, спасибо. Смотрите, смотрите, спасибо. Смотрите. Кто идет? Так, давайте. О, вот туда замок. Давайте сюда попробуем пойти. Давайте попробуем дойти все-таки. Нет. Ай, я случайно. Так, FM зума увижу, сразу буду его скармливать из цепи. Не-не-не-не-не. Вот он! Стоять! Стоять! Нет. А, меня схватили, и тебя пусть схватит. Нет. Во, отлично, на, его ешь. А, блин, меня убил. Представляете, подлец какой. Так, ребята, будем делать сюрприз. Все, я убегаю. Это что? А можно не убить? Отлично. Меня нету, меня нету. Еще ставим. Я еще. Так, можно отвернуться. Ой, пригвоздить можно. Она не пригвождается, а она все равно будет телепортироваться. На нее гвозди сильно не действуют. Чтоб вы... Ой. Стану. Ой-ой-ой. А! Убила все-таки тварина, а? Хорошо, хорошо, я специально проигрываю. А! На тебе! Сразу все три за мной! Ой, блин! 173-й, ты у меня уже хочет убить. Так, давайте сейчас зайдем в оружие, попробую прыжочек сделать. Так, хочу проверить сверху, можно ли вообще добежать туда? А ну-ка, сейчас мы так максимально высоко. Да, можно. Можно, можно, я вижу, можно туда добежать. Так, я пока побегаю здесь поверху. Опа, опа, моргнул. Опачки. Шуга. Так, шуга. Убираем меч. Эй! Осторожно, осторожно. А, упал. FM Zoom, я тебя увидел. Стоять! Нет! Стоять! Я улетел. Ну что, тебя не вижу? Я тебя вижу. Нет. Морда, я вижу. Это все иллюзия. На. Ой, не того убил. Так, я думал, это FM Zoom был невидимка. Не. Он бы не додумался. Не да. Чуть про него такого плохого мнения, чем додумался. Так это же не серьез. Ок. Прыжок. Ой-ой-ой, давайте на замок прибежим. Все-таки на замке как-то побезопаснее будет. За мной прям банда статуи полетела.
смысле это полетело? Полетело, полетело, да. Все за ним, все мочите его из цепишки. Нет. Да. Мама сказала нет. Бежит, я сейчас не понял. Так. А! На тебе, чтобы не втыкал. Диман, сорян. А за шо? Ну, чтоб не втыкал. Да я никуда не втыкал, вы чё? Даже в угол? Это арара. Так, хорошо, пацаны, раз вы так против меня сговорились, я вам сюрприз сейчас сделаю. Не надо, дядя Дима. Чё, надо, надо, надо. Не надо. А чё вы не хотите? Дима, растянула кровь, кровь растянула. Вот сейчас еще будет. Так, ребята, я для них придумал очень такой классный сюрприз. Ах ты ж, блин! Вот вам всем, кто меня пригвоздил, вот! Вы сейчас все умрете! Ой, подлагивает. Карта очень прожорливая к ресурсам. Я думаю, что вот столько будет достаточно. О, спасибо, что полекал. А что они не убивают нас? Я тебя полекал, чтобы пригвоздить. Как говорится, ты видишь масса, убегай. Я понял. Ой, обстоятельства. Вот так ты, значит, со мной. Я к нему со всей душой. А оно? Все, я сейчас их уберу, подожди. Оно. А чё? Сейчас удалить. Не надо, нам удалить. Все, я тебя... На! Так я их удалял, чтоб ты... Арара! Где арара? А я нигде. А он где-то. Ой-ой-ой. А че они не убивают нас? Потому что мы на них смотрим. Ага. Читер, да? Ой, лагает. Эй, лагает. Стойте, надо их поудалять. Дима. Хорошо, ставлю тогда самых злых из цепи, которые у нас есть. Самый злой. Мы тебе не дадим. Не дадим, да. Не дадите? Хорошо. Убиваем его. Сейчас. Уже поздно. Нет. А, это лохи, это лохи. Я долечу до Димаса. Лохи, ты говоришь это? Блин, я хотел это сделать. А, он за мной. Надо им помочь загреться. Пошел. Опять против меня все сговорились. Дима, их убить можно? Нет, потому что они тебя будут убивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Дима, зачем? Так, подудалить надо, подудалить. Жрет ресурсы. Так, а какой урара? Ты не добежишь до меня. Не попал. Ниганом можно убить. Что творится? Иди сюда. Откуда он там? Нет, дайте мне это сделать. А, бананчик вонючий. Дайте мне это сделать, блин. Ребята, ну что, понаказывал я всех. Кстати, знаете, какой хочу мод добавить? Есть только мод, который система Counter-Strike. Когда попадаешь в голову, все два раза убивает. Надо ее добавить, мне кажется, да? Конечно. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы подлецы такие. Нет, ну куда ты улетел? Нет. Так потому что вы нечестно играете. Как раз сейчас. Не вы, а... Да не убивай. Дима, ну все, скидывай. Вы что, голимые, что ли? Не, я не обосранный. Дима, скидывай охотника за хапкой. А, базука! Ё-моё, вы что, издеваетесь надо мной? Угорать решили со мной? Так, ребята, сейчас мы им сделаем сюрприз. Я вижу, кто... Я буду мстить, и мстя моя страшна. Нет, он меня убил. Я сейчас и дурак. Я сейчас вам подскажу, что за сюрприз он готовит. Дим, ты мстить будешь, да? Лови пулю. Не убивайте меня, окей? Чего меня не убило? Вот это жахнуло по лабиринту. Неплохо, неплохо. Так надо улететь подальше от них, чтобы они не видели, куда я лечу. Будем текать. Я тебя увижу, Дим. У нас постоянно какое-то убегание от исцепили монстра, а потом вы начинаете меня гасить. Убегание это традиция. Так, так, так. Во! Вот эта бомба, нет, она... Не надо. Ой-ой, а меня не убило. Это не я. Ой, я не туда кинул. Ну ничего, давайте проверим глобальность ее взрыва. Ой-ой-ой. Да. Вот это авиационная бомба. Давайте мы ее подальше кинем. Она не сильная. Она не сильная? Нет.
Ой, я сам себя взорвал, идиотус, балботусович. Ну ты вообще молодец, но я не знаю. Хорошо, сейчас. Слабо, да, говорите, бомбы слабые бросаю? Хорошо. Не очень. Вот это облако здесь огненное просто. Сейчас. Дима, ты знал, что ты лох? Да вы что? Ах, вы такие. Ах, мы такие. Я знаю, какое оружие надо взять. Сейчас, ребятушки. Форум. Вот у нас... Нет, не ты в этом. Видишь? Вот. Сейчас я отлечу. Сейчас, чтобы они меня не видели, куда я лечу. Откуда? Припак. Ребята, сейчас я ему устрою райскую жизнь. Говорят, что я слабые бомбы бросаю. Хорошо. Так и ездим. Да. Только ты не сможешь. Думаешь? Да. Где уже снайпить будем. Хорошо, давай. Я жду. Ой, это ты, Дима? Да. Что-то слабо. Не убила вас? Меня нет, а всех остальных убила. Убила, догнала. Че, всех убила? Че, говорите, не убила? Убила всех. Форума не убила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, я даже не буду возрождаться, чтобы вы все умерли. А где бомба? А вот. Я уже лучше, умру. Она не взорвалась. Да. Я бегу, Она не взорвалась. Да. Иди сюда ко мне, я сзади тебя. Нет, не хочу. Смотри. Во! Две бомбы взорвалось. Даша, я? Вот это мощь. Да, Дим, ну, от тебя такого не ожидали. А чё? Так вы меня убили больше всех на свете. Если вам понравилась эта серия и вам подняла она настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. О нет, все нам перенес. Не надо. Не дошел взрыв. Вот теперь она взорвала, а вот теперь дошел взрыв. Нет.